Всем привет, с вами Прия. Сегодня вскрываем недельные сундучки вновь. Надеемся на челюсти ледопласти, либо какие-либо другие полезные вещички. Ну что ж, поехали. На друида нам падает. А на друида нам падает кровавый релик, который очень хорошо бы зашел на моего воина. Но на друида тоже вполне неплохо. Плюс 10 к этому левелу пушки. Идеально. И 11 ключик. Делаем КДшку свою партнерскую. Все-таки о ней забывать нельзя. Потому что Дренор это наше. Все, в Дреноре хотя бы заработок голды был понятный и адекватный в этом плане. Идем дальше. Паладин. На паладина я хочу адекватное колечко, потому что относительно недавно мне упали легендарные ноги, и как вариант Сефус в рейдах все-таки я не смогу нормально его использовать. А какое-то колечко все-таки надо дропнуть за место Сефуса, чтобы ротировать свои легендарные вещи. Так что надеемся, надеемся. Но, по крайней мере, лут над руля меня уже порадовал. Весьма хороший. И трейд тот же, на железный мех полезный. И плюсов випов 10. То есть, ну, это идеально. 919 артефакт, вполне неплохо. В текущих реалиях маловато, конечно. Сейчас актуальные это там 930 всякие, почти как у меня на варе. Но все же, для твинка неплохо. Итак, лут на танка. Да, поехали. Это релик на свет. Вот тут теперь надо подумать, какой трейд артефакта для меня будет лучше. Ну, в плане особенностей, какой лучше релик использовать. Какая реликвия будет лучше по своей особенности. Ну, неплохо, ладно, хорошо. Ну, теперь Навара должно, ну, что-то полезное упасть, мне кажется. Такое ощущение, что за какие-то сложные недели, ну, прямо это весьма сложные недели для танка, ощущение, что падает лут. Весьма лучше. Чекаем это дело. Сейчас когда загрузится. О, что ж я хочу-то? Я много чего хочу. Хочу челюсти ледопасти. 925-е. Го. Ну, понятно, короче, этот шлем не падал мне тогда, когда я хотел его, в плане того, что когда еще не было сет кусков. Теперь у меня есть сет кусок в виде головы, и мне начал падать этот шлем. Весьма классно, идеальный ключик, 13-й квартал звезд, к тому же у меня квест на квартал звезд, так что вот так вот сразу сделаем и пойдем проходить высокие ключи. Да, по планам текущей недели надо пройти весьма высокие. Ну что ж, хотя можно даже вот так, наверное, сделать. Сейчас сделаем так, так. Этот шлем мы продадим. Этот шлем можно сохранить под item level. И вот так вот затрансмогрифицировать. Идеально. Ну что ж, думаю, вам упало побольше полезностей с недельных этих сундуков. Если же вам упали какие-то интересные такие вещички в виде каких-либо аксессуаров и прочих, можете поделиться своим мнением, то, что конкретно, что вам упало и на кого, и как долго вообще вы играете за этих персонажей. Ну, чисто так, для статистики я почитаю и подумаю, в каком моменте я оплошал, скажем так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Надеемся на следующий недельный сундук, то, что упадут челюсти ледопасти. А пока что мимо. Увы. До скорого.